Всем привет! Вот мы на экваторе прохождения Devil May Cry, DMC, DMC, Devil May Cry, Devil May Cry. Так, костюмы у нас так и не появились. Возможно, будут после прохождения игры какие-то новые костюмчики. Ну, 100% должен быть оригинальный Данте из оригинальной, там, из оригинальной серии. Так, окей, 10-я миссия, сложность Нефилим. Let's go. Мы там все прокачали. Но я уже не помню, что мы прокачивали. Я больше не сею насилие. Дальше мне нельзя. Насилие. Спасибо, Финиас. Это не Эферп. Просто услуга. Я хочу, чтобы Мундуса уничтожили. И теперь я верю, что у тебя есть шанс. Что заставило тебя передумать? Ты прав. Ты не такой, как твой отец. Я вижу в тебе и твою мать. Ты хочешь нанести удар Мундусу? Есть один способ. У Мундуса практически безграничная сила. Но у него есть одна слабость. Портал? У него есть слабость? Да. Его любовница, Лилит. Это Лилит? В том, что он любит ее. Да, Лилит из Диабло не завидует. Мундус любит. Нет, друг мой. И все же, недавно она стала для него самой важной вещью в мироздании. Вот что я видел. Лилит, его любовница, носит его дитя, его наследника. Хочешь нанести удар Мундусу? Ее аборт. Осуждаю. Осуждаю. Но и это плохое, а точнее, аборт плохого человека, поэтому, наверное, так можно. Но учти, по закону разрешено. Ярость Мундуса безгранична. Тысячи могут погибнуть. Так, ладно, спасибо за наводочку. Удачная находка. Наводка. О нет, ну переверните. А, флешка. О. Че, ещё босс файт? Реально? Страшно. Хорошо. Наконец-то я привлек твое внимание. Наконец-то. Блин, нет. Я честно надеялся, что дадут крылья. Ого. Оу. Нифига он мной поджонглировал. Офио. Беги, Данте! О. Мама, я в телевизоре! News Network. Раптор. Мы прям в программе, в заставке. Прикольно. Забавно. Я бы сказал, забавно. Thank you.
Ну, прикольно выглядит. Визуально мне нравится. Ему нравится! Это Боб Барбас. Просто выполняю работу Бога. Боб Барбас. Эй, Боб. Зацени-ка. Лично я считаю, что террористы отвратительные, унизительные, ужасные, мерзкие, похотливые, а главное, тошнотворные создания. Но самый худший из них — Данте. Мир был бы лучше, если бы его не существовало. Я снимаю тебя с эфира. Ты так думаешь? Я бы не был так уверен, маленький кусок дерьма. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ждем. А, я понял. Окей, я понял. Да бля. Минус один. Давай, получай. О! А, я уже рядом с ним стою. Окей, первая стадия. Так. Выкуси-ка это! О, ноу. Мы заполучили шокирующие кадры, на которых запечатлен террорист, известный как Данте, связанный с событиями на пирсе Белловью. Итак, что же нам известно об этом Данте? Несколько людей уже пришли с показаниями. Следовательно, воссоздали полную историю насилия. В возрасте 8 лет он напал и убил главную сестру в приюте Святой Лами. Ее описывали как милую старушку, которой очень нравилось работать с детьми. Между 11 и 15 годами он совершил побег не менее чем из 8 учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Часто жестоко обращался, совершал дикие атаки против тюремных офицеров, которые просто делали свою работу. Около 17 лет он связался с бандами, продавал наркотики и, предположительно, виновен в десятке убийств. Но хуже всего то, что в бедных районах он также был печальным СС. Как разносчик самых ужасных венерических заболеваний. Разве они не самые лучшие? О, есть, 3 СС. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Воу. Это экстренные новости, Боб. Фу.
начал убивать. А потом посмотрел мне прямо в глаза. Это было ужасно. У него явно взгляд, как у педофила. Взгляд, как у педофила. Одна девочка умоляла о пощаде. Осуждаем. Он сказал, что убьет ее в любом случае. И потом он убил ее. А. В самом деле. После этой атаки мы можем предполагать, что Данте входит в террористическую организацию под названием Орден. У меня послание для Ордена. Весь мир ищет вас. Каждая камера на каждой улице, каждый полицейский в стране и по всему миру. Мы найдем вас. Мы уничтожим вас. Не надо. Вопрос времени. С вами был Боб Арбас из Raptor News. Просто выполняю работу Бога. О. Так, все, главное не обосраться. Я прерываю эту передачу для экстренной новости. Убежище террористов, которые ответственны за недавние теракты, нашли. И сейчас спецотряд полиции штурмует его. Нет. Как я сказал. О, oh, no. Двое террористов с этих снимков находятся в здании. Ублюдки. Третий террорист был окружен в другом конце города во время особого полицейского рейда. Будьте уверены, их привлекут к правосудию в любой момент. Живыми или мертвыми. Живыми или мертвыми. Из башни Raptor News. Я вроде могу увеличить ХП, если использую, ну, Еба. Три надо? О, ноу. А может я убью тебя и я басу просто ради прикола? Договорился. Сейчас ты договоришься. Домой. Новость, Боб. Ты уволен. Ну, Боб герой. Ну, для обычных челиков. Умер в реале. О, нью способность? А, сюрикен. Да! Я был прав. Как они, конечно, это... придумали. Почему Боб Сюрикен? Американский Боб Ниндзя. Боб американский ниндзя. Вот так, наверное. Попробуй сделать шаг, если хочешь. Ты уже проиграл. Разблокировано новое оружие Аквила. Молниеносное быстрое оружие, используемое двумя руками. Благодаря его дальней бойности и стремительности Аквила наносит сокрушительный урон группам слабых врагов. Ну ладно. Так, завершение на 100, понятно. Ну, кстати, если бы я не умер, может быть, что-нибудь получилось. Так, три улучшения есть. Пойдем улучшим эту Аквилу. Так, Аквила. Байн.
туда и обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, what? Игра? What the fuck? О-о-о, прикиньте, у меня игра залагала. Ctrl-Alt-Del. А где она? А она у меня вылетела? Она у меня вылетела? У меня нет игры в диспетчере задач. Ладно, блин, неприятно. Ну, игра сама захотела. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующей серии. Игра сама захотела дропнуться в этот момент. Пока что так. Все, всем ба-ба.